И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Удачными днями для этого имени, находящихся под управлением Солнца, считаются также все даты с числом 2 и 7. 2, 7, 11, 16, 20, 25 и 29 – числа каждого месяца. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Эти люди умеют разделять и классифицировать. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. От душевного мятежа многие приходят к религии. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Носители этого имени стремятся быть творцом собственной судьбы и хозяевами своего будущего. В нумерологии числа этого имени являются творение или начало. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.